Всем привет, с вами Монти. Мы, в общем, продолжаем выживать в игре Lucky Land Survival. И я решил, в общем-то, заглянуть в лагерь охотников, посмотреть, что так. Так, мой друг пропал, пожалуйста, найди его, это все хорошо, понятно. Так, давайте убьем вот этого негодяя. Почему тормозит так? Вроде же, когда я не снимал, не так тормозило. Так не тормозило. О, как раз бекончик. И энергетик тоже давайте выпьем. Ну ладно. В принципе, туалет сходить-то надо. Так. Убиваем всех тут. Вот, я вам, короче, хотел показать один такой ящик у меня на базе. О. Так, о, тут еще два каких-то ящика. Так, серые волчики. А, точно, тут стелс не поможет. Вот, короче, не удивляйтесь, почему у меня находится вот этот вот глок со стрельбой по ногам. Это мне попался на разбитом самолете. Думаю. Ну, короче, с обновлением там можно с обновлением с активными навыками, по-моему, можно теперь, короче, добывать. Глок, короче, со стрельбой по ногам. Так, классная броня, это здорово. Забираем. Это мы кушаем. Ценные записки выжившего. Ну, можно взять. Давайте, кстати, сейчас прочитаем. Что нам? Три очка у меня есть. Да вы что, издеваетесь? Два уровня я качнул целых. Так. Оп, оп. Вот так вот, короче, серый волчик у нас замедлился. Оденем более такую плохую оружку. Все-таки этот глок, он крутой. Так, тут мы уже были, как бы. Давай! На оленя! Есть! Мы победили оленя. Так, ой-ой-ой-ой, кажется, кажется, олень у нас забагался в камушке. Оп. Опять застрял. Да что же это такое? Ну, это на самом деле нам задачу упрощает. Так мы можем более быстро фармить кожу с мясом. Так, здесь мы тоже берем. Так. Да, кстати, кто не помнит видео про лагерь охотников, когда он только вышел. Так, о, там у нас уже Майк. Вот. Ой, я опять зачем-то три аптечки взял. Ну, ничего. Так, тут я пролезу. Да. Так. Ну, собачка, куда ты? Сто лет бежала и даже не знаю. Так, посмотрим. Что тут у нас? Опять же, два бекона. И, короче, штучки. Да. Майкл.
Так, все, даем аптечку. Теперь пошли до лагеря. Эй, ты будешь идти? Все, пошли. В такой случае я лучше возьму глок. Будь начеку. А ничего, слежу кровь. Так, пошли в жопу. У меня есть стоп-глок. Ты, чувак, не нападай. Нет, ты не нападай. Я сам все сделаю. Так, тут эти булавки, ё-моё. Тут эти булавки, ё-моё. Так, теперь идем куда сюда. Так, оленя мы зарубим. Все-таки мясо подформить нам надо. Подозрительно тихо. Смотри в оба. Бегун. Ага. Оп. Смотрите, один зомбак, короче, замедлился. Берем. Так, хорошо. Собачка, не отдыхаем. Теперь идем вот сюда. Я это помню. Почти на месте, убедись. Так, плявун. Опять плявун. Вот сейчас, короче, следите, какой медленный зомбак тот стал. Вот этот. О, все, уже почти пришли. Так. Все, уже почти пришли. Вот. Все, на месте. Вот тут у них что-то готовится. Добрались. А я уже был готов попрощаться с жизнью. Так, спасибо, запомнишь, приняв даром этих щенков, они станут тебе верными друзьями. Так, мальчик и девочка. Ну, вот за нами бегают два песика. Ну, ничего. Ничего, ничего. Я вот сейчас возьму. Только вот возьму уж. Вот только выложу сюда что-то такое. Вот. Доски. Хотя... Да не, не надо. Оставлю. Так, все. Забираем эти. Этих щенков. А тут у нас, кстати, есть. Вот. Ну, ладно. О, господи. Так. Да ладно, еще один зомбак остался. А, это даже не зомбак, это серый волос даже. Так, забираем мясо и шкуру. Есть обычный зомбак. Так, здесь у нас стая волков. Мы это все помним, да? Что здесь у нас стая волков. Давайте бинтик используем, что ли. Берем. 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 Тут, короче, очень много мяса со шкурой фармится, а во-вторых, дерево. Потому что дерево это очень важный, на самом деле, ресурс. Давайте бобы в соусе покушаем. Бобы в соусе. Думаю, неплохие. Я, в принципе, люблю фасоль. Кто любит, тоже, кто тоже любит, ставьте лайк. Так, и толстый. Давайте его для начала вот так. Оп. А теперь так. Оп. Оп. И вот так. Все, до свидания, рука. Ремень.
Так, железную руду забираем. И вот тут у нас опять это тачка. Так. Так, ладно, я что-то как-то на телевизор отвлекаюсь. Ладно, заходим уже. Так, короче. А, это не тот ящик. Короче, вот какой результат у нас по шкуру и мясу. Мясе. В общем, вот. Мне тут такие вот оружия классные. Вот. Два, три оружия с этими модификациями, причем с активным навыком. Это на самом деле было изи, но вот эту штуку я добыл когда я шел за рюкзачком, когда ты заходил в сосновую рощу в первый раз, то на тебя прибегал такой чувак с копьем. Вот, и там были какие-то. То там были какие-то там ресурсы, колесо от чоппера. Там было колесо от чоппера. Что там еще было? Копье, естественно, поломанное, которое никому не нужно. Вот. И бинты еще, по-моему, были, да. А теперь там у него можно найти дубину. Шпастую дубину. Дубину, короче, можно там найти. Вот эту бейсбольную биту можно найти с шипастой битой. Вот, и, короче, смотрите, какая у него способность есть. Вот так вот. Опа! С разворота удар. Вот этот удар мне просто... Я его обожаю, он так эпично выглядит. И причем наносится еще эффект кровотечения. Вот. Ну, такие пироги. И у меня также 104 жизни. Вот. Туда я как бы не один раз вернусь. Я туда зайду за деревом. Да.
Вот, делаем еще парочку три топорика. Ну, а дерево я уже буду добывать сам. Поэтому оставайтесь с нами. Ставьте лайки. Комментируйте. И всем до скорых встреч.